таким секретным оружием, как барабан. Вот, наверняка кто-то увлекался в детстве игрой на разных музыкальных инструментах, кто-то играл на скрипке, кто-то на пианино, а эти парни и девчонки, что называется, увлеклись барабанами. И делают это, как минимум, лучше, чем многие могли бы себе представить. Итак, уважаемые друзья, от вашего аплодисмента, это искренне поздравляю. Дорогие друзья, сегодня
в нашей области, в городе Ульяновске, происходит поистине знаменательное событие. Для своих первых гостей и покупателей открывает двери самой крупной и самой современной в Российской Федерации торгово-развлекательный комплекс, семейный комплекс «Аквамолл». Я буду краток, поскольку я вижу, что вы все очень торопитесь, чтобы войти в торговый центр. Этот магазин мы сделали для вас. Merci de votre confiance, merci d'être là aujourd'hui pour l'ouverture de notre magasin. Спасибо. Спасибо за ваше доверие и что пришли сегодня на открытие нашего магазина. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Как говорят у нас в Ульяновске. Уважаемые друзья, а сейчас нам хотелось бы сделать очень элегантную, заложить элегантную традицию подобного рода мероприятий. Я хочу чуть ближе к краю сцены пригласить наших официальных лиц. И на эту сцену поднимутся красивые ульяновские девчонки, у которых в руках, поднимайтесь, не стесняйтесь. Наверное, все обратили внимание, что внешне торгово-развлекательный центр «Аквамолл» очень элегантен. И мы решили сегодня, в честь официального открытия нашего центра, выпустить в небо живых бабочек. Тем самым возвещаю всему миру, что здесь, в Ульяновске, мы открыли нечто новое, элегантное, настоящее, живое, которое поистине требует вашего внимания и восхищения. Аплодисменты, уважаемые друзья! Настоящие живые бабушки предвосхищают открытие торгово-развлекательного центра «Аквамолл» сегодня здесь, в нашем городе. И действительно, это уже история, и мы ее пишем вместе с вами.